В рамках мероприятия 7-го съезда коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия прошли третьи республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики». Коренные народы Севера испокон веков заселяют просторы Арктики, развивают свои традиционные отрасли, самобытные культуры, языки, традиции и обычаи. На соревнования детей Арктики съехались 9 команд школьников из 8 северных улусов и районов Якутии – Анабарского, Верхоянского, Жиганского, Нерюнгринского, Алданского, Кабяйского, Оленёкского и Эвена-Бутантайского. Следующую команду из 9 человек Табалахской средней общеобразовательной школы руководитель команды, тренер Татьяна Анатольевна Байшина. Экспериментальной школы-интерната «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля Ленинского района. Встречаем команду Ламенхинского национального наследия Кабяйского улуса. В команде 6 учащихся средней школы села Семенкель компактного проживания Эвена. Основной целью игр является возрождение, популяризация и дальнейшее развитие самобытных народных видов спорта, игр и состязаний коренных малочисленных народов Севера. Первые республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики» состоялись в марте 2014 года в рамках 5-го съезда малочисленных народов Республики Саха-Якутия, года Арктики и праздника «Под солнцем Арктики». Тогда на первых играх приняли участие 5 команд Оленёкского, Анабарского, Жиганского районов. Соревновались по 5 видам спорта. В командном зачете первое место заняла сборная Оленёкской средней школы, второе место заняли ученики Желендинской средней школы и почетное третье место заняла команда Жиганского улуса. Вторые республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики» прошли в 2016 году. В состязаниях приняли участие команды из 7 северных и арктических улусов Якутии – села Хатыстыр Алданского района, села Себянкёль Кабяйского улуса, Жиганского, Нерюнгринского, Оленёкского, Анабарского и Верхоянского районов. Всего 53 участника состязались на соревнованиях по 6 видам северного спорта. В программе третьих республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики» были прыжки через нарты, нори, метание аркана, эвенкийский футбол, бег на широких лыжах и северная борьба. На ледовом стадионе детского оздоровительного центра «Сосновый бор» состоялось торжественное открытие третьих республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики». На парад вышли все 9 команд спортсменов в национальных одеждах. Приветствовали участников игр, почетные гости и делегаты 7-го съезда коренных народов Севера словами напутствия и пожеланиями победы и удачи. Соревнований, всего я хочу пожелать вам спортивной удачи, успехов. Самое главное, что все прошло без травм, как говорится, пусть победит сильнейший. У нас большое внимание уделяется спорту, здоровью детям. Только для того, чтобы вы, дорогие, красивые, умные, наши любимые, стали очень хорошими, добрыми, честными людьми. Мы в вас очень верим. Вы смысл нашей жизни. Мы будем много работать и трудиться, чтобы каждый из вас, как солнце, засиял на небосклоне нашей планеты Земля. Мир сегодня безграничен. Он принадлежит вам. Дерзайте, дорогие дети, а мы вам во всем поможем. Успехов вам, счастья! Ура! Если рассказать историю Северного многоборья, 87-го года участвуют в всероссийских соревнованиях. Вот в чемпионате и первенстве России, который прошла с 4 по 11 марта 2018 года команда Республики Саха-Якутия заняла в командном зачете второе место. И всего в чемпионате и первенстве мы завоевали 12 медалей. Вот так вот, играй! Да, как бы результат дает, ну, северными видами спорта мы очень
молодежь и дети интересуются, да? Вот, как вы видите, олимпийский футбол очень тоже кропотливый. Надо побегать много, вот на снегу очень тяжело играть. Ну, физически надо быть очень выносливым и подготовленным. Эвенкийский футбол. Что такое северный футбол? Это когда вместо традиционных бутсов у спортсменов длинные куруду, торбоза, изготовленные из шкуры оленя, а мяч сделан из обработанной шкуры ровдуги и набит оленьим мехом. По весу такой мяч намного легче обычного футбольного, и для того, чтобы гонять его по глубокому снегу, необходима определенная сноровка и ловкость. Надо обвести противников и сильным ударом опрокинуть палки, воткнутые в землю. Это ворота, но вратаря в них нет, и защищает их тоже всей командой. Правила игры схожи с обычным футболом, но осложнены тем, что играть приходится на снегу в национальной одежде. Тем не менее, эвенкийский футбол набирает все большую популярность среди молодежи. Азарт, желание выиграть, все самые яркие эмоции разгораются на спортивной площадке. Скажи, пожалуйста, правила этой игры, насколько она сложная и спорная для игроков? Ну, никак не сложная, просто одна проблема в снегу играешь. И мяч. Мяч застревает, но и сам ты не успеешь останавливаться. Скользит, да? Да. Ну, я оседаю. Ну, в общем, но когда мы стартовали, мы там буксовали. Да. А так дома играете, да, в такой футбол? Нет, там только в зале. Сухую погоду, в сухом помещении. Лучше, для того, чтобы не забывать свои там корни, свои традиции, обычаи. Именно для этого, в первую очередь. Ну, а второе, для профилактики здоровья. Ко всему лучшему. Там лучше становится выносливость и скорость. И координация движений. Соревнования по нори, или по-другому проверка на координацию и ловкость. Основная задача этого упражнения в том, чтобы не выходя из площадки шириной 2 метра, спортсмен должен максимально долго удержать палку длиной 1 метр 33 сантиметра на тыльной стороне ладони. Во время съемок мы встретили девочек, которые сосредоточенно тренировались. У всех есть свои личные нори, но организаторы соревнований выдают свой инвентарь, чтобы избежать спорных моментов. Нори обычно представляет собой гладко ошкуренную сбалансированную палку. Удержать ее на весу очень сложно. Необходимо как можно дольше продержать ее. Без длительной тренировки это просто невозможно сделать. Даже дышать надо в определенном ритме, чтобы не сбить баланс. К слову, на этих играх был установлен новый рекорд по нори. Северная борьба. Пожалуй, один из самых суровых и сложных видов – это северная борьба. Борьба идет в двух весовых категориях – до 55 и свыше килограмм. Спортсмены, раздетые до пояса и обутые в куруду, встречаются на ледовом ковре, где весьма опасно выполнять приемы и броски. Правила очень схожи с якутским хапсагаем. До первого касания земли – любой частью тела. Здесь от спортсмена требуется выносливость, устойчивость, крепкая спина, сила воли и желание выиграть. С этим бесспорно справились лучшие борцы игр. Бег на широких лыжах – это один из самых увлекательных видов состязания. С одной палкой в руке спортсмены преодолевают скользкую трассу продолжительностью 1 километр. Настя Погодаева из Верхоянского района весь день тренируется. Свои лыжи она привезла с собой и бережно очищает их от снега после каждой пробежки. Она занимается спортом с детства и предпочтение отдает именно северному многоборью. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Ага. Ты так сегодня целый день тренируешься, да? Ага. Я очень люблю на широких лыжах ходить и вот тренируюсь. И... Угу. А почему у тебя только одна палка? Это правило такое, с одной палкой. Палка называется нори. Угу. Удобно? Да. Немножко. Равновесие держать можно, ага. Да? Метание аркана на хорей. Девочки-спортсменки из Нерюнгринского района с детства любят и умеют пользоваться арканом. Каждые каникулы они проводят с родителями в тайге, и умение ловить оленя арканом – одно из самых важных в жизни кочевника. На соревнованиях аркан надо метать с расстояния 7, 8 и 9 метров, учитывать скорость и направление ветра, разбег и размах руки. И самое главное – правильно намотать аркан, чтобы он ложился при броске красивыми ровными кругами.
Как вам игры, эти игры нравятся? Атмосфера какая, ребята какие приехали? Ну да, да. Все отлично, хорошо все. Угу. Как много тренировались, чтобы сюда приехать? Мы всегда этим занимаемся. Как бы у нас это гонки бывают, да. У нас на такие же игры проходят. Пришли через нарты, метание маут. Верхом на олене тоже скачете, да? Да. Угу. Нравится? Да. Ага. Чемпионки? Да. Нет, я не участвую. А с родителями в тайгу ездите? Ну, я в основном с дядей езжу. Угу. С дядей, с тетей. Я дядя, а него Дани, да? Ага. Угу. А что тебе нравится больше в тайге делать? В тайге зимой хорошо. Можно на нартах покататься, дождей нету. Хорошо. А оленя ты пробовала ловить аркана? Да, давно это было, 3 года назад. Поймала? Да. Маленького, наверное, поймала? Не, там большой был, у него рога большие, легко его было ловить. А ты в стадо ездишь, что ж? Да, я каждый каникул езжу в тайгу, у меня родители там живут. Прыжки через нарты. Таежнику в повседневной жизни приходится много бегать и прыгать, часто одетым в зимнюю одежду. Прыжки через нарты – очень интересный вид спорта. Одно дело – прыгать в кедах в теплом доме и совсем другое – в торбозах на льду. Тем не менее, юные спортсмены с каждым разом улучшают свои показатели, и счет прыжкам идет на сотни. Здесь очень хорошо, уютно, сосной бор, и очень клево. Угу. Познакомиться со своими ровесниками, со спортсменами, да? Да, некоторые я уже давно знал. Угу. Есть авены бронтарские, много усов есть. Анапутские, нерингрийские, угу. Алданские есть. Все есть, северные усы. Какой вид спорта тебе больше нравится в Северном Многоборье? Северном Многоборье, да? Это нарта, через нарты. 3 минуты прыгаем. И 2 минуты, и 1 минуту. И в общем, какой у тебя самый лучший результат? 7 нарты, да. У меня был сын Холонке, Олонко был. Стал чемпионом. 7 Многоборье. И все. А через нарты ты сколько прыгаешь нарты? Много, разные. Самый 300. Лучший. 300. 300 да? Больше 300. Больше 300, да. Молодец такой. Я вот держу в руках мяч такой интересной формы, да? Он как дыня получается, шит из кожи, и внутри набитый мехом оленя. Да. Он удобный? У меня такое ощущение, что он очень легкий. Буквально очень легкий, вот неудобный. Пойдете играть же. Неудобный он. С другого места он попадет, отлетает, если бьешь. Да? Отлетает. Угу. Очень легкий. Сразу. Вверх. Угу. И попасть в палку, наверное, сложно, да? Сложно, очень сложно. Угу. Даже 3 метра не попадут в палку. Угу. И поэтому надо, наверное... Как убойный футбол. Угу. С этой бесом ходим, бегаем. С торбозами. С торбозами. Угу. Конечно, скользко. По снегу. А борьба северная, снежная, тебе нравится? Да, нравится. Этот по снегу борются. Правил как хавсагай. Ничего нет. Просто нет ковра. Просто снег. На улице. Ты будешь бороться? Нет, другие бороться. А каждый как бы каждый своем, свой вид. Да? Я футбол играю и северном на горе. Нарты. Ну ладно. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе удачи. Беги удачи. Играть в футбол. Удачи. Кроме соревнований, для детей участников были организованы экскурсии, культурная программа, различные квесты и вечера дружбы. Дети ездили по музеям, посетили бассейн Чалбун, спортивный комплекс. Также посетили исторический музей, который открылся в том году. «Моя история» называется. Также еще достопримечательности. И на дискотеке попрыгали, да?
Да. А быть волонтером – это не так сложно. У меня уже такая потребность появилась, то, что нужно где-то поработать, помочь где-нибудь, в каких-нибудь крупных мероприятиях. Без этого я уже жить не могу. Также на базе детского оздоровительного центра «Сосновый Бор» они проходили медосмотр и оздоровительные процедуры. Эти игры зародились в Оленёкском и Олимпийском национальном районе. Там в 2012 году оленёкцы, особенно управление образования, оленёкская средняя школа, они инициировали при помощи уважаемого, очень достойного человека Валерия Кочетева. И после этого подхватили этот почин, и в 2014 году состоялись первые республиканские игры народов Севера, дети Арктики. Как вы помните, в тот год был год Арктики, проходил 5-й съезд коренных малочисленных народов Севера. Вот в 2014 году приехало 5 команд, состязались во всех этих видах наших. Затем в 2016 году, через 2 года, состоялись вторые республиканские игры. В этих играх уже участвовало 7 команд. А в этот раз на наших третьих республиканских соревнованиях участвуют 9 команд. Должны были еще подъехать, но, к сожалению, вот по объективным условиям в Алексеевском районе у них карантин объявлен. Команда, хотя и готовилась, не смогла приехать. Ну, что сказать про самих участников? Это, как и по положению, это ученики должны быть одной школы, представители коренных малочисленных народов Севера. Ну и, естественно, они должны быть экипированы по-северному, то есть в меховой одежде. Схватки были не на шутку очень серьезные. Они состязались и в эвенкийский футбол. В эвенкийский футбол проиграла оленёкская команда, которая является инициатором этого вида спорта. Так что вы представляете, какой накал страстей был. И 2 дня завершились, вот сегодня мы подводим итоги. Дальше игры будут развиваться, продолжаться. С какой периодичностью? Сразу после вторых игр Министерство спорта пошло навстречу делегатам 5-го съезда, и в календарный план-график спортивных соревнований республики вошли эти игры. Они проводятся с периодичностью раз в 2 года, потому что, на самом деле, достаточно сложно финансово муниципальным районам направлять такие большие многочисленные команды. Поэтому через 2 года мы в 2020 году ожидаем такие же игры. Ну и надеемся, что ареал будет больше. Все 21 район проживания коренных будут принимать участие. Ну и, возможно, 5-е игры мы сделаем как региональные. При этом на основе наших первых игр ведь проведены были этноигры народов Арктики, которые потом стали на федеральном молодежном форуме. Они были проведены Всероссийской ассоциацией коренных. Позади несколько дней напряженных соревнований. Все спортсмены выполнили свою задачу. Соревнования прошли на очень высоком организационном уровне. Детишки приехали с районов крайнего севера, северных районов нашей республики. Но в нашей республике, да, достаточно большое внимание уделяется именно вот по развитию северных видов спорта, северного многоборья. Да. У нас в республике, вы знаете, есть республиканский центр национального вида спорта имени Василия Манчара, да, вот, где как раз-таки вот у нас и внедряется, и развиваются вот северные виды спорта. В том числе есть у нас федерации, да, по северным видам спорта, вот такие как, например, вот федерация по северному многоборью, да, под руководством Голомаревой Елены Христофоровны. Вот, в принципе, работа идет, да, очень таком, на хорошем уровне плана по развитию именно вот северных видов спорта. Насколько ребята подготовлены и удается ли им выполнять все задания? Ну, надо отметить, что в этом году ребята приехали уже достаточно подготовлены.
подготовлены. Они у себя в своих районах тоже проводили отборочные соревнования. Это здесь участвуют сборные команды не всего в целом УСА, да, сборная команда одной школы, с одного поселка, да, поэтому вот они проводили тоже отборочные соревнования. И достаточно, да, очень хорошо справились. Даже вчера вот по такому виду спорта интересному под названием нори, да, вот на равновесие, да, вот удержание на тыльной стороне ладони палки, вот, установили рекорд республики. Поэтому ребята очень подготовленные приехали, да. На закрытии игр в Ледовом парке на сцене ярко блестят красивые кубки, золотятся медали и подводятся последние итоги соревнований. Настроение у всех хорошее. Так. То, что ребята приехали в спортивные соревнования по северному многобою, так будем говорить. Ну, игры, дети Арктика, это очень здорово. Я думаю и надеюсь, что это начало большого спорта для детей. Мы будем всячески пропагандировать это. И будем культивировать эти наши северные виды спорта. И потом оттуда мы как такая стартовая площадка. Очень бы хотелось, чтобы наши дети приняли участие в играх детей Республики Саха, Якутия, ну, дети Азии Саха. Это хотя бы начало, хотя бы 2-3 ребенка. Это было здорово. Вдруг кто-то призер появится, вдруг победитель появится. Как Виктор Левитев надо. И последовательно, целеустремленно, упорно надо идти. Естественно, нам надо обращать на это особое внимание. Я имею в виду наша ассоциация, актив. Будем на этом направлении работать. Я верю, что мы добьемся, что из нашей среды, из нашей молодежи, детей появились одаренные дети. На этом будем работать. Спортсмены надолго запомнят эти яркие весенние дни, полные позитива, азарта, интересных мероприятий и общения. Многие нашли новых друзей из других районов республики. Такие соревнования сплачивают и сближают всех. А главный приз, кубок и медали увезут в свою школу спортсмены из команды экспериментальной школы-интернат «Арктика» из города Нерюнгри, Нерюнгринского района. Он борец, борьба – это его стихия. Он из Анаварского района, а это Оленёкский район, Красноярский, Оленёкский и Усть-Майский. Все они мастера, спортсмены все. Рассчитывали, что победите, да? Да, рассчитывали. Дети Арктики, вперед! Ура! Второе место заняла команда из села Хатыстыр Алданского района, а третьими стали спортсмены Анабарского района. Для северного человека самое главное, ведь это вот, поскольку с детства закладываются вот такие в ходе воспитания народного, да, такие качества, как выносливость, да, скажем, умение противостоять сложностям климатическим, да, сам по себе очень сложный труд, значит, в этих суровых условиях северных. Все это вот создали веками, наши предки создали вот с веками такую систему вот воспитания, которая помимо вот, духовных, нравственных принципов, там передаются еще и традиции вот такого физического воспитания, да, потому что без, ну, как-то выделить одно от другого невозможно, поэтому и говорят, что вот эти спортивные игры, они, северные спортивные игры, они вот как цельная система воспитания, которая включает в себя весь полный комплекс, ну, формирования такого гармонично развитого человека, и вот эти соревнования показывают это.